Привет всем в Нижнекамске. Дорогие друзья, я знаю, что нефтехимику исполняется 55 лет в этом году. И хотелось бы с этим поздравить. Да, история у многих других команд может быть чуть подольше, чуть подлиннее, что ли. Но вас это не должно волновать. Вы пишете свою историю, пишете ее правильно и с большими событиями, широкими мазками, как говорится. Еще раз, нефтехимик, с днем рождения.